И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Ян, что с тобой? Какие еще медведи? Какие соседи? Ну как какие медведи? Ну созвездие большой и малой медведицы. Но у каждого знака зодиака есть свое созвездие. А давайте узнаем, что шепчут звезды каждому из нас. Сегодня день у Овнов пройдет неплохо, если вы не станете ожидать от него слишком многого. Представители знака, которые не строят иллюзий и реально смотрят на вещи, останутся вполне довольны тем, как развиваются события. Возможны удачные совпадения, благодаря им вы сможете сдвинуть с мертвой точки какие-то важные дела. Тельцам надо быть готовым сегодня много работать. Достижение любых целей сейчас требует от вас серьезных усилий. Возникает масса вопросов, а ответы, которые лежат на поверхности, оказываются неверными. Вам приходится потратить немало времени на изучение ситуации. Начало дня будет сложным у близнецов. Появится много поводов для переживаний и волнений. Не исключены ссоры с людьми, которые прежде поддерживали вас. Ракам сегодня важно правильно расставить приоритеты. Без этого успеха не добиться. Прислушивайтесь к себе, интуиция подскажет, чем стоит заняться в первую очередь. День подходит для того, чтобы проявить инициативу в делах и личных отношениях. Начало дня будет полно соблазнов у львов. Многие представители этого знака в это время ведут себя легкомысленно, допускают ошибки, исправление которых окажется непростым. У Дев сегодня начало дня подходит для важных начинаний. Успешно пройдут деловые переговоры, на которые вы возлагаете большие надежды. У Весов сегодня день благоприятный для общения. Хорошо проходят самые разные встречи. Вы можете со многими найти общий язык. Часто сразу производите настолько сильное впечатление на своих собеседников, что они готовы следовать за вами и в огонь, и в воду. Полезно посещать профессиональные семинары и конференции. У Скорпионов сегодня все идет неплохо. Нет причин нервничать и волноваться. Вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач и часто добиваетесь успеха. Не исключены знакомства, которые окажутся полезными с профессиональной точки зрения. У Стрельцов сегодня день будет наполнен недовольствами. Постарайтесь избежать открытых конфликтов, даже если ради этого придется держать свое мнение при себе. Лучше любыми делами заниматься самостоятельно. Очень много идет не так сегодня у Козерогов. Можно взглянуть на ситуацию с иной точки зрения и увидеть те возможности, которые она скрывает. Не исключено, что вам потребуется поддержка. Интуиция подскажет, к кому лучше за ней обратиться. Водолеям сегодня лучше настроиться на серьезный лад. Но сделать это оказывается трудно. Слишком много соблазнов и искушений приносит день. Особенно опасно легкомыслие там, где речь идет о работе и других важных делах. Рыбам сегодня стоит больше отдыхать. Для этого день подходит лучше всего. Серьезные и важные дела лучше отложить на потом. Старайтесь не рисковать, особенно там, где речь идет не только о ваших интересах. Вы склонны ставить на карту слишком многое.